несмотря на жару, поклевочки идут. Окунь питается. Мелкий в основном. Нужно все-таки приезжать пораньше. О, окушок прям сюда вышел. Посмотрел и поплыл дальше. Дадим опуститься на дно. Есть. Мелко окунь берет. Такого червя такой малыш сожрал. Думаю, что был бы окунь покрупнее, тем более бы брал. Показывает себя отлично, даже мелкий, чуть-чуть больше паузу сейчас надо делать, мелкий лупит. Есть, издалека откуда-то. Взял издалека. Такой вот малыш лупанул ценника только что. Отпустим его. Браконьеры уехали. Я не уверен, что с этого озера можно есть рыбу. Наверное, можно. Когда половишь котлового окуня, где на каждом забросе лупит крупняк, достаточно непривычно делать большую паузу и уцеживать малышей. Но однако это микроджиг, и приходится ловить так. Пауза 2-3, а то и больше. Я считаю, что, ух ты, для разлова приманок такие условия как раз самые спартанские. Поклевочки идут, но время и погода не самые привлекательные. Есть. Хорошо.
готово. Смотрите, что у нас получилось. Как всегда бывает. Вот оно. Хватанул, хвост отодрал. Ох ты, погнал малька. Надеюсь, это сейчас видно в кадр. Сейчас должен хватать на все. Вон он прям по поверхности его видно. Одиночный, не котловой. Сейчас заодно проверим суник без хвоста. Пока нет. Да, лупанул. Бачок прям поверху ходит. Не один. Много еды. Малек подрос. Вон стайка прям ходит. Хорошая такой стайка. Пять.
Ох ты. Да, такие хорошие чубочки вышли. Прям под берег. Вода прозрачная, видно хорошо. В разных сторонах гуляет несколько штук. Да, долго я так, конечно, не протяну. Думаю, еще полчасика и все. Слишком жарко. Есть. Ох, сошел красавчик. Вот так вот. Даже на... Половине на оценника кушок долбанул.